Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, давайте начнем, наверное, с подарочков, я думаю. Собираем абсолютно все. О, нам тут дофигища нужно. Так, теперь отправляем. И дособирать нужно. Замечательно. Все подарки получены, все как полагается. Так, тренировка, ага. У нас здесь закончились, здесь тоже. И опять же отправляем. Пускай тренируются, да, ребят? И этих тоже. Все, хорошо. Так, смотрим. Нет, 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 не сюда, конечно же, не сюда. Нам нужно вот. Так, запрос. И запрос, отлично. Так, смотрим, что у нас в магазине. Бесплатно, крестьянин. Ну ладно, возьмем. Нежить, нежить. Ладно, здесь больше нам ничего не нужно, я так думаю. Перебьемся. Что у нас на арене? Так, запрос, деревянный сундук. Давайте-ка мы с вами получим. Так, 15 костяных хранителей. Что-то, ребят, я не успел, блин, даже глянуть, ё-моё. Да какой, блин, противник найден. Мне этого сейчас не нужно. Так, мы, наверное, с вами, ребята, будем сегодня опять же проходить сюжеточку. Так что давайте глянем, где мы с вами остановились. Угу, на нежити. Так, здесь у нас все отлично. Ну, практически. Вот этот уровень надо будет пройти. И вот этот. Ну, а сейчас мы остановились на... Не... Подожди, на нежити. Так, давайте глянем, кто у нас здесь. У нас будут зомбари и камикадзе-зомби. Ну, что же. Я даже, знаете... Кем пойду, ребят? Вот этими. Да, почему бы и нет. Да, ну и что, что они 40 уровня. Зато их всего 2. А у нас полностью отрядик. Так что, ребятушки, давайте будем наказывать. Воу-воу-воу-воу, бежит, бежит. Разогнался, далеко ли ты собрался? Ох ты, ты посмотри, ребят. А он валит-то совсем нехило. Так, замечательно. Давай-ка собачку. Блин. Слушайте, я не знаю, ребята, мы, наверное, здесь с вами проиграем. Что-то как-то хреновенько у нас здесь задалось все. Ну-ка. Так, хорошо, камикадзе, ребята, вот он все нам карты спутывает. Он взрывается, поэтому он опасен здесь. О, карточка зомби нам досталась. Отлично. Давай, давай, сейчас взрыв будет. Бэм, и всех накрыло. Абсолютно всех. Да, этот гаденыш у них мощный, 40 уровня камикадзе. Тут, конечно, ничего не поделаешь. Так, ладно, давайте дальше. Расстреливаем зомби. Зомби, стреляй! Есть. Чтобы он, главное, не подошел к нам. Отлично. Так, еще одна карточка зомби выпадает. Давайте собачку вызовем. Ну и давайте уничтожать потихоньку, наверное, базу. Еще тут тютюкаться, да? Оу, а у нас и воевать-то некем, ребят. Ладно, зомбарик. Опять сейчас взрыванет. Да ты достал уже, а, взрываться-то, блин. В самый неподходящий для нас момент. 58 секунд, ребят, я не знаю, что у нас из этого получится. Но нам нужно как-то проходить. И куда ты зашвырнул, мне спрашивается, свою ракету, а? Идиотус. Нет слов, он... Напрёкся, напрёкся, а куда ракета улетела, непонятно. Да чтоб тебе этот камикадзе достанет. Сейчас опять взрыв и все опять упадут. Слушайте, ну так, я считаю, несправедливо и нечестно. Он так и будет все время их бомбить. И в результате мы с вами не сможем даже эту базёнку завалить. Черт бы ее побрал. А знаете, что не хватает нам, ребята? Нам не хватает стрелков. А знаете почему? Потому что только они могут уничтожать этих камикадзе на расстоянии и не позволять им атаковать. В общем, ребят, такая фигня у нас получается. Здесь мы, может быть, и пройдем с вами горем с пополам как-нибудь. Но, как видите, уже по времени... В общем, без бонусов, одним словом. Так что, ребята, фигня полнейшая. Надо брать нормальных сюда юнитов. Сильных, прокачанных, а не этой шелупенью здесь играть. Вот смотрите, всего лишь 2. Зомби и камикадзе. Камикадзе взрывается, вся моя армия ложится. Обалдеть просто-напросто, да?
Просто охренеть. Ладно, с горем пополам. Я думаю, что мы здесь все-таки пройдем. Да, мы прошли. Но это однозначно надо переигрывать. Это все фигня полнейшая. Меня так не устраивает. Поэтому давайте-ка заново. И возьму я на этот раз. Возьму я... А вот этих вот ребят и возьму. Да, поехали. Что это за дела такие, блин? Я не понял. Он себя подумал, что вот, все, я крутой. Хрен тебе. Сейчас буду тебя нечисть разбирать здесь. Давай, 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 иди сюда. Вот у меня вот такой есть против тебя. А? Что, не нравится? Ха-ха, я знал, что не понравится. И камикадзе нам не страшен, потому что мой пилорамщик будет их всех истреблять. Да, ребята, мы их тут просто всех будем чикать. Ну что ты вышел-то тут? Раздухарился. Нет, этому не бывать. Да, я не спорю, взрывается камикадзе, наносит много урона, но это все, ребят, чепуха. Шелуха, ёбарсте. Вот у меня и паладин как раз подоспел. Сейчас будет все хорошо. Сейчас базенку мы, ребят, с вами уничтожим. Он даже пикнуть не успеет. Давайте, да. О, еще карточка зомбаря. Ну, давайте, уничтожаем уже. Хорош тут тютюкаться. Ну, что я вам говорил? Вот так вот надо играть. Ну что же, а мы переходим с вами на второй этап. И здесь у нас уже, оу, 41 уровень. Это у нас кто? Костяные хранители. А нам-то какая разница, все равно порвем. Ну это знаете что, вот костяной хранитель, ребята, у него слишком такой охрененный замах лапами. И он довольно много пробивает рядов, так что надо как-то здесь нам поспешать. Ай, зачем надо было пилораму? Пилорама! Сейчас взорвется, блин, и пилорама, и этот. И смотрите-ка, рыцарь у меня, ребят, выдерживает. Как ни странно, вот он этот хмырь идет, блин. Ай, размахался своими лапами. Ну, ему все равно конец, ребят. Конец, край. Так, нормуль, пока все хорошо, ребят. Несмотря на то, что у меня вся армия упала практически. Я считаю, что это хорошо. Видите, он как издалека бомбит, ребят. Просто издалека. К нему даже не подойти. Вот так сделаем. Сердечко. Ха-ха. Давай, давай, друг с другом воюйте там, пожалуйста. Они, как говорится, за меня. Ну, правда, на несколько секунд. Но, тем не менее, все-таки это большой плюсик для нас был. Так, опять этот, блин. Он достанет своими лапами махать. Давай, 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 пилорама. Стриги их там всех. Отлично, камикадзе вышел. Бумкнул. Так, пора вот так вот сделать. Давайте, ребята, базу валим, базу. Как можно быстрее. Чтобы он тут не наплодил всякой ерунды. Мы не успеваем. Ребята, этот камикадзе все-таки выводит меня из себя, потому что армия вроде бы хороша. Как только он появляется, мы его уничтожаем, и вся армия моя рядышком тут и ложится. Ну что это за дела? Так не делается, согласитесь. И откат у нас очень долгий. Вот так вот, хорошо. Давай, 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 ребята, есть. Фух, отлично, все-таки забомбили. Но я дальше боюсь представить, что будет. Смотрим. Ведьма. Это же ведьма у нас? Нет, это банши. 41 уровня. Хорошо, поехали, ребят. Не будем раскисать, будем валить. Так, банши, она, по-моему, у нас кричит, пугает. Или я путаю. Сейчас посмотрим. Так, кто у нас там сейчас будет выходить? Ага, зомбарик пошел. Ну, этот у нас обычный, даже не фиолетовый, так что его сейчас раскромсают быстренько. Также вышел здесь камикадзе. Ну, а камикадзе до сих пор как был сильным, так сильным и остался. Вот она, банши вышла. Да, ребята, она орет. Она орет во всю глотку. Я не знаю, правда, что это крик делает у нее. Но она сейчас дооралась. Бум! Пошли, как говорится, отсюда все. Давай, 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 ребята, пробиваем. Блин, опять эта банша там орет, а? Не поняла, как это она так... Что же она своим криком делает? Я не могу понять. Всех ложит налево и направо, да? Нифига подобного. Давай, давай, пропиливаем. Опять там камикадзе, по-моему, взорвался. Давай, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть напрячься, и все. И мы в дамках.
Так, я вот так вот сделаю, ребята. Бум! Готовченко. Вообще великолепно. Ну что, ребята, жалко одно, что у нас закончилась энергия. Придется нам выбирать с вами вот этот отряд. Тут какой 38 уровень, и тут 38. Все прокачаны, все хорошо. Будем пытаться, ребят. У нас, конечно, здесь танки очень дорогие в этой колоде. А он, точнее, один у нас получается. Но зато есть боевая жаба. И самурай. Так, замок, смотрите, у него уже улучшен. Хорошо, ждем, ждем, ждем. Оу, нет, только не оборотень, ребята. Вот к этому я не готов был. Черт бы его побрал. Смотрите, сильный, сильный у него, ребята, оборотень. Очень сильный, сейчас положит. Угу. Уронил. Ну и сам упал. Выдержали мы все-таки здесь. Так, боевая жаба пошла. Этих мы притягиваем. Так, опять, опять этот оборотень. Черт подери. Не-не-не-не, так дело не пойдет. Ты не вздумай даже мне мою базу трогать. А как это интересно, у меня лучница стреляет назад. Что-то новенькое, такого раньше не было, блин. Опять идет, а, ты посмотри. Ну-ка, боевая жаба, дай-ка ему огоньку. По полной программе. Е, вот он, мой танк, ребята, выходит. И теперь у нас дела пойдут в гору, потому что вряд ли тут кто-то осмелится против моего танкули рвануть. Хотя, смотри, 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 что делает оборотень. Психует. Вот гад, а. Вот гаденыш. Так, мне, по-моему, пора, ребята, копить на свою богиню света. Вам так не кажется? По-моему, пора. Да что ж там происходит? Да что ж у меня там отряды-то один за другим падают? Пожалуй, мы такими темпами с вами накопим. Да, конечно. Ну-ка, дай энергии сюда. Вот, ребята, сейчас мы ее вызовем. Сейчас мы вызовем. Есть. Ну-ка, дай-ка жарку ему. Хорош кромсать мою богиню света, блин. Она мне обошлась в копеечку. В 500 манны, ё-моё. Как-никак. Жарь, жарь, молодец, отлично все получается у нас. Давай еще одного самурая вызовем. Да чтоб тебе... Да как так быстро-то, а? Ёпрст, ребята, офигеть. Как-то уж больно быстро раскромсал он, а? Этот чертов оборотень. Смотрите, что это у него за фигня такая? Он ускоряется, причем так быстро, и скорость атаки у него повышается. Ясно. Давай только не надо вызывать сюда камикадзе. Ребята, мы не успеваем. Блин, 3 секунды. Слишком затянулся у нас здесь бой. Да, бонус минус, как говорится. Вот это плохо. Давайте вот так вот сделаем. Этого оборотня сразу притянем. И здесь же раскромсаем. Так, заморозочка. Оп, пускай здесь в заморозке постоят. Ого, вы видели? У чувачка отлетает голова и взрывается. Вот такой вот у него суперудар. Предсмертный. Ну все, базу, я думаю, мы разберем. Да ладно, что ты тут выпрыгиваешь мне. Черт подери, нам буквально, ребята, не хватило 15 секунд. Да, чтобы пройти с бонусом. Ну и что же нас здесь ожидает? Вообще замечательно. Лучше, блин, не придумаешь. Вы посмотрите. Как я здесь должен справиться, а? Ума не приложу, но пытаться надо, ребят. Будет сейчас очень и очень сложно, поверьте мне. Тут у них и банши, и камикадзе, и оборотень. В общем, все-все-все, кого только можно пожелать. Офигеть. Черт подери, как-то надо. Опа, еще и банши у них прокачанная, ребят. И зомби тоже прокачаны фиолетовые. Ёпарасоте. Сейчас будет фигово нам, по-моему, ребят. Так, ну ладно, если зомбарь хотя бы падает у нас быстро. Смотрите, ему два удара, и он готов. А вот с банши уже будет хреновенько. Будет хреново, поверьте мне. Да еще и камикадзе идет. Так, отлично, пока хорошо получается. Вот, ребята, и смотрите-ка, оборотень бежит. Ну давай, давай, давай. Накумарь его, жаба боевая. Нечего ему здесь землю топтать. Возле моей базы, как говорится, прохлаждаться. Оу, да он вызвал уже этого. Да нифига вы даете. Охренеть, ребят. Нежданчик. Сейчас, по-моему, у меня тут все слягут. Хорошо, мы сделаем с вами, знаете как, вот так вот. А теперь вот так.
Что это еще такое? Что за фигня? Продолжить, конечно. Так, ну-ка. Да что за фигня-то происходит? Я не могу понять. Кто, как говорится, на паузу нажимает втихаря. Так, самурай там бомбит. Нет, ребят, мы с вами так не сможем победить этого босяру. Не хватит мощей, нас они сейчас будут просто пробивать. Ты посмотри, как он херачит. Просто налево и направо. А если мы вот так вот сделаем? А ну-ка, может быть, так хоть как-нибудь? Ну-ну-ну, бомбим, бомбим этого. Есть! Мы его положили, ребят. Причем своими силами. Вот это я называю, хорошо справились, ребята. Так, ну что, теперь я все-таки вызову, постараюсь свою богиню света. Вот она, пошла, пошла, родная, давай. Да, бонуса, конечно, нам опять, ребята, не видать. Стопудово вам говорю. Не получится. Ну и фиг с ним, зато хотя бы пройдем. Ой, зачем я, зачем активировал, блин, суперудар, ребята? Ай-яй-яй, на кого? Вообще не на кого, просто в пустоту я его спустил. Ой, дурила. Вот это я лопухнулся. Ладно, хорошо, мы подходим к базе и начинаем ее потихонечку. Давай, 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 давай этого оборотня. О, упал. Я уже думал, сейчас опять мне богиню света мою заколбасит. Ну, камикадзе этот достал уже в корень. Из-под тишка. Ну что, ребята, энергия у нас по полной программе накоплена, все. И базе крышка. Опять не хватило, да, чуть-чуть? Не хватило же? Да, не хватило, ребята. Опять каких-то там секунд считанных, ё-моё. Но зато прошли. И что же нам здесь достанется? Так, 8 скелета, 9 оборотня и почти 5000 монет. 11 карточек черепахи с пушкой. Так, смотрим, ребята, что нам здесь нужно. Так, по часам, по часам. Вот это вот, если мы с вами пройдем. А, нет, тут нужно 2 уровня. 2 уровня с сердечком. Так, 37-й. Ну что, я думаю, вот этот вот мы должны, по идее, затащить. Попробуем. У нас как раз с вами 2 энергии, значит, 2 боя. Поехали. Должны умудриться. Но здесь, правда, эта ведьма. Черт, а она свои черепочки эти бросает. Надоедливые. Ладно, будем как-то с вами справляться. Так, пока никого что-то не вижу. Вот она вышла. Сейчас начнет, блин. Тут еще и привидение это летающее. Так, хорошо, давайте. Ах, да. Тут еще и летающая мышь. Ё-моё, и нас еще и травят в кислоте. Обалдеть, лучше, как говорится, не придумаешь. Да что ж такое, лучник, ё-моё. Как ты падаешь? Да ты посмотри, а почему так? Что-то я не могу понять, в чем проблема? Почему нас так быстро разбирают? Причем мне такое ощущение, что мы как будто ватные какие-то. Вообще на изи просто нас бомбят. Так, мышь, давай-ка возвращайся обратно и бомби. Вот так вот, это хорошо. Давайте, давайте, на базу бегите. Так, ураганчик применим. Вот так вот. Хорошо-то как. Возможно, ребята, мы сейчас уничтожим базу. Лишь бы какой-нибудь чудик не вылез. Не вовремя. Ну? Давай, 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 давай. Да, есть. Отлично получилось. Изи. Так, здесь мы с вами выполнили. Значит, мы задание на сердечке, да? Что же еще? Где еще нету у нас? Ага, вот здесь вот. Ребята, здесь мы, скорее всего, проигрывали из-за того, что вот эта вот хрень перепрыгивала и уничтожала нашу базу. Скорее всего, так оно и было. Что же нам делать? Здесь у нас хотя бы пилорама и мечник был. А здесь уже, извините, юниты дорогие. И не прокатит тот вариант. А ну-ка мы попробуем с вами, знаете что? Как энергию-то восполнить, а? Черт, я забыл все. Ладно, пытаемся тогда здесь. У нас будет самурай. Ладно, попытка не пытка. Самурай с лучницей, ну это бесполезно. Лучницу вызывать это себе дороже. Так, значит, у нас будет делаться таким макаром. Вот, ребята, о чем я вам говорил. Он сейчас будет перепрыгивать. Да,
И базу, соответственно, колбасить. Ай, не успели мы с вами. Чё ж поделаешь. Сфейлились. Смотри-ка, они сами себе здоровье... Я не понял, кто им здоровье восполняет? Они сами себе, что ли, его восстанавливают? Эй! Орлы! Смотри-ка, еще сейчас базу мне заколбасят. Во, будет весело-то. Не, должны выстоять, ребят. Ты посмотри. Да что ж ты... Хорошо, иди сюда, говнюк. Сейчас тебе жаба боевая моя накумарит. Вот так вот. Блин, да что ж такое? Мы не можем, ребята, пройти. Вы посмотрите, что происходит здесь. Ну? Почему-то, главное, лучника достал. Хотя у меня самурай уже здесь впереди стоял. Как-то странно, странно здесь все это дело происходит. Да-да-да-да. А как это он, интересно, прыгает? У меня был супер удар на притяжение, а он себе идет, как будто ничего такого и не было. Чё за фигня? Я не могу босса этого пробить, ребят. В чем проблема-то? Не могу понять. Посмотри, не босса, а вот этого вот танка, ё-моё. Вот только сейчас он начал вроде бы разбираться. Очень странно. Еще один вылез. Да ё-просто, ну давайте мы своего такого же вызовем. Самурая. Плюс сейчас еще я попробую вот этот супер удар. Во, пошел, пошел процесс. Давай, давай, подходим. Сгорел этот охламон. Но в любом случае, ребята, у нас с вами был нанесен урон нашей базе, поэтому ничегошечки у нас не получится. Но ровным счетом, к чему пришли, от того и ушли, ё-моё. Да, а мне здесь нужно сердечко. Как у нас там восстанавливать энергию-то за гемой? Кто это мне вспомнит? Ну-ка, запрос. Хорошо. Повысить уровень бойцов нежити 3 раза. Так, арена. Нет, арену мы пока сегодня не будем юзать. Так, как-то же можно. Я же помню, ребята, энергию-то восстанавливать. Черт подери, забыл совсем. За гемы. За гемы можно восстанавливать энергию. А, все, вспомнил. Мы, например, вот так вот берем в бой. И 25, отлично. Но, по-моему, только им, да? Да, только им. Ну, этим отрядом мы, ребята, с вами должны затащить. Здесь у меня пилорама, здесь у меня мечник. Мы сейчас наказывать будем. Так, значит, делаем. Пошел у меня пилорама. Мечник, мечник, ну! Есть. Отлично, ребята. Ты посмотри, что он делает. Он восстанавливает себе здоровье. Да как ты умудряешься? Ну, здесь-то ему не справиться. Не справиться. Хе-хе. Вот так вот, олух. Главное не забывать, ребята, что они могут... Вот-вот, видите? Все, практически 5 секунд. Вот так вот, ребята. Прошли на изи. И мы должны с вами получить здесь карточки. Вот здесь вот. Во, 12 карточек. Башня костей. Слушайте, ну я боюсь, что вот эти мы с вами не пройдем. Ну, чересчур сложно, поверьте мне, да? Сложновато здесь. Хотя можно было бы попытаться. Но я думаю, что нам лучше с вами рвануть дальше. А там, наверное, будет сложнее, да? Поехали. Была не была. Просто я боюсь, что здесь уже уровень будет далеко. А, нет, 36-37, отлично. Фу, поехали, ребята. Будем кромсать. Так. Энергия. А здесь, в принципе, что, ребята? Вызываем пилораму, вызываем мечника. И базу сейчас просто в хлам разнесем. Тем более здесь 36 уровень. Для нас это вообще ничто и никто. И звать его никак. Вот видите, пилорамка что делает. Да что ты тут выделываешься, а? Смотри-ка, 36 уровень выкаблучивается. Причем стоит довольно так хорошо. А ну-ка, вот если я так сделаю. Все, больше выделываться не будете? Кранты базе. Ну что же, ребята, здесь у нас получилось хорошо, на изи. Все четко. Второй уровень. Так, я уже забыл, вот эти что делают? Медленный, уязвимый боец. Защищает... А, вот, ребята, он щиты делает. Вот это вот, конечно, плохо, что танк 36 уровня. Если на него будут вешать постоянно щит, он и так-то сам по себе такой тугой.
А под щитами он вообще будет бессмертный. Но я думаю, что если мы успеем вызвать паладина, то у нас все это дело получится. Поехали. Так, вызываем сразу же еще мечника. Нужно копить, ребята, нам на Палыча. На Палыча. Вот теперь Палыч у меня там будет развлекаться сейчас. Если дойдет, конечно, и его не заколбасят. Так, энергию не забываем, ребята, восполнять. Ох, как я их там сейчас всех накрыл скопом. Так, энергия, давай, иди сюда. Есть. Опять же, ребята, прошли легко и просто. Как говорится, в чистую. Третья миссия у нас. И кто у нас здесь добывает, добавляется? Понятно, ребята, этот чувак любит толкать и откидывать моих солдат. То есть он таранит их, грубо говоря. Ну что же, настало время поквитаться нам с ним. Давайте по стандарту, да? Пилорама, рыцарь черный. Ну и дальше копим на Палыча. Ну или кто... О, тихо-тихо-тихо, смотри, что он делает. Видели, да? Своими бивнями вжарил и все. И трупец. Ого, а он больно бьет. Так, Палыч, давай, ты мне нужен здесь. Так, Франки тут веселится. Я не понял, а кто это замораживает у нас? А ну-ка давай-ка... Вот так вот. Получили свое, охламоны. Так, Палыч у нас подходит. Он вызывает танка. Франки, конечно, не справится в одно жало, но, как видите, пилорама ему сейчас поможет. И я вызываю еще одного паладина. Два паладина — это сила, ребята. Все, сейчас будем просто базу кромсать. На щепки, по кирпичику разбирать. Вот о чем я вам говорил, ребята. Вообще великолепно. Жалко, конечно, что заканчивается у нас энергия. Так, кто у нас тут добавляется? О, вот этот попрыгун. Вот это уже плохо, ребята. Надеюсь, мы все-таки сможем их перехитрить. И, как говорится, перелавливать этого прыгуна. У нас идет обычно это как? Мы выпускаем пилораму с вами, да? Выпускаем пилораму, а потом сразу же выпускаем мечник, ну... Мечника. Здесь должны с ним справиться, ребята, да. Он легенький. 36 уровня всего лишь, так что нормуль. Куда, куда, вот куда вот он идет. Так, давай, давай, разбирай. Отлично. Это, ребята, своего рода ассасин. Такой, знаете, инопланетный, ё-моё. У которого очень много дамага, но мало хп. Ух, ну что же, мы с вами... Сегодня как могли повоевали. Блин, жалко, энергии нету. Или все-таки есть какая-нибудь одна энергия есть? Нету. А этих вот этим отрядом мы навряд ли с вами победим. Хотя можно попробовать. Давайте попробуем. Все равно ничего не теряем, да? Кроме попытки, естественно. Ну-ка, посмотрим. Блин, здесь у них этот попрыгун. Хотя знаете, что хорошо? Вот у нас вот эта вот собачка, она очень быстрая. Так, ну-ка, давай, 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 давай. Добежишь? Добежала. Ой, а урон-то какой маленький. Ой, что ж такое-то, ребята? Перепрыгнула говнюха, а? О, робота. Хотел сказать, о, робот хорошо бьет. Робот хорошо падает, вот что я вам скажу. А вот этот вот пришелец нормуль. Жарит очень хорошо. Так, вот это вот хреново. Черт тебя подери, а. Ты посмотри, этот стрелок сзади. Тьф. А, вот кто замораживает. Понятно теперь, ребят. Вот этот гаденыш замораживает. Вот оно что. Ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. Давай, вот так вот. Хорошо. Наказываем. Да что ж ты будешь делать, ребят? Какой-то отряд вот этот у меня вообще никчемный, если честно, да? Посмотрите, вообще говно полное. Ни два, ни полтора. Ничего не может сделать. Это фигня. Я думаю, что надо его нафиг поменять полностью. Он уже вызвал босса своего, смотрите, ребят. А я тут все нищебродами своими обмениваюсь, а? Да. Лучше не придумаешь. Сейчас он дойдет до базы, раскромсает ее, вот и все. Слушайте, а кто у меня там, интересно, есть на базе, кого я могу взять и сделать хорошую такую, скажем, пачку для себя? О, все, мы под разумом, ребята, вражеским. Нет, тут никаких шансов у нас, ребят, нету. Вообще. Просто нифигашечки.
Нас тут разбирают. Хотя хрен его знает, блин. Да. Нас разобрали, ребята. Ну, это не вариант таким отрядом, конечно, действовать. Говноотряд, по-другому не назовешь. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, мы с вами будем завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока и удачи. До новых встреч.